палочка. Ау-ау, моя девочка. Ау-ау, моё кошечка. Да, привет, привет. А мы тебя искали. Да, сейчас я тогда привезу, если ты сама пришла. Да, сейчас привезу мясо. Лолик, иди сюда. Иди. Оп. Иди, моя девочка. Побольше, наверное, да? Нет, и самцы примерно, они же, видите, сытые, ну, да, толстые. Не охотятся, то есть не бегают, да, энергию не затратят. Нет, бегают по саванне, они же не в вольере. А по саванне-то где? Вот, саванна. А вот есть там, например, ягуары в тесной клетке, там кто-то еще в тесной, они как-то чередуются? Или... Ну, почему тесные? Согласно на стандарту, все же так не могут бегать. Как эти, это парк львов. Ну, просто парк львов, Олег Алексеевич хотел еще построить парк тигров, парк медведей. Вот если бы дали построить, но не дали власти, то там бы... Зажали, да? Ну да, то так бы и тигры бегали, и все остальные животные. Вова, мы тебя искали, искали, кушай. Не нашли тебя в саванне. Ужин приехал сюда. Моя девочка красивая. Отличается? Ну, отличается так же, как и люди. По характеру тоже. По характеру, по внешности. Моя девочка. Давайте буду по чуть-чуть, чтобы конкурирующие фирмы не прибежали. Кушай. Ну да, она смотрит. Есть общее кормление, но она туда не приходит. Все индивидуальные, да, она не любит. Она любит, чтобы ее приезжал хозяин лично, кормил в саванну. Но вчера мы ее искали, не нашли. Сегодня сама пришла. Да. Кушай, моя девочка, я тебе еще привезу. Через администратора. Администратор, ты там на ресепшене? Ну, сейчас уже там никого нет. Сейчас через вот охрану. Там вызывают горничную. А цены примерно не знают? От 2000, по-моему, это 1800 одноместный, по-моему, и 3,5, и двухместный хороший номер. С завтраком. Чавкалка моя любимая. Оба. Сейчас. Держи, моя кися. Ну, конечно. Ну, потому что в природе, вы же понимаете, у нее нет долго времени для того, чтобы наесться. Инстинкт, который заложен веками, ей надо быстро съесть, иначе прибегут и все отберут. Поэтому это она не быстро, это она как бы так с удовольствием, спокойно ест. А так они, если, допустим, голодные в природе, то они просто хватают, а там уже как-то это все перерабатывается. Без костей. Кости не едят ни львы, ни тигры, нет. Только чистая мякоть, вот желательно до 5 сантиметров толщиной, то, что вот обычно на животном. Сейчас. В природе они тоже просто кости не едят? И в природе не едят только гиены. Что? Кто-то идет? Лолик, или ты наелась? Ты не сильно голодная была? Да, нет. Кушай. На, я тебе сяну еще дам. Все, что еще осталось. Давай. Что там такое? Ну, никого нет, никто не идет. Все. Ну. Ну, иди покушай еще. Лола, такое мясо, как директор сама бы ела, понимаешь? Да. Такие стейки. Шашлык такой пропадает. Да, хорошее мясо. Все? Наелась. Вода у тебя есть? Мясо у тебя есть? Все. Давай, пока, дорогая. Спасибо вам за информацию. Да, не за что.